В центре доверия суета. Люди в защитных масках выносят на носилках пострадавших. На улице оказывают первую медицинскую помощь. В здании пожар, но, к счастью, это учебная тревога. По плану здесь день безопасности. Соревнования санитарных постов социальные работники центра проводят ежегодно. Мы тренируем и, значит, готовим санитарные посты к различным ситуациям техногенного характера. То есть мы в прошлом году проводили вот... Значит, радиационная была опасность у нас, то есть отрабатывали вот тренировку по действиям этим. В этом году у нас, значит, тематика пожар, на следующий год у нас будет другая тематика. Соревнования состояли из 5 этапов. Помимо эвакуации пострадавших и первой помощи, экзамен на меткость из пневматики, сдача теории по пожарной безопасности и конкурс боевых листков по этой же теме. Впервые в этом году помимо соцработников участвовала сам дружина и студентов университета пожилого человека. Не все могут делать искусственное дыхание, согласитесь. Но в данном случае я научилась и смогу довольно профессионально это сделать, если это пригодится. И даже смогу какие-то знания, полученные здесь, передать и другим, рассказать. Потому что эти знания необходимы каждому человеку. Не знаем, что у нас будет впереди и какие экстремальные ситуации нас ждут. Арина Макарова, Константин Белов. Новости Димитровграда.